Видео подготовлено специально для сайта онлайн Нет. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для пятого класса из учебника Коровиной. Раздел из зарубежной литературы «Андерсон. Снежная королева. Мастер снов и сказок». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Расскажите о каждом из героев сказки, выделив главное в его характере. Давайте выполним. Герда – мужественная, Кай – искренний. Бабушка и родители Кая и Герды – трудолюбивая. Принц и принцесса – сочувствующие. Ворон – участливый. Маленькая разбойница – избалованная. Снежная королева – властная. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.